Всем доброе утро. Сейчас 8:30 утра. Хочу вам показать еще одну достопримечательность нашего хутора. Это происходит только по четвергам. Каждой неделе, каждый четверг. Сейчас я вам покажу. Это выездная ярмарка. Каждый четверг такая ярмарка, здесь продают одежду, фрукты, овощи, в общем, все такое. Уже 7:30, они уже здесь. Привет. Блин, 7:30, они уже тут. Всех снимаешь? Лица не снимай, не переживайте. Рассказываю, что у нас еще одна достопримечательность имеется. Каждый четверг выездная ярмарка. Отчет. Зрителям. Зрителям? Да. Только светает. Так. Первые ягодки повылазили, я смотрю. Явно камеры не помогают. Ой, молодежь, молодежь. Пожалуйста. Отдых на природе был явно вчера. Вот я же говорю, многие еще не понимают. Прячутся. Ну, это их дело. Мне главное показать деревенскую житуху. Автобус рейсовый. Я не знаю, что это за автобус. Нет, не рейсовый. Вахта какая-то. Рейсовых автобусов здесь только на Абинск. 2 раза или 3 раза в сутки, по-моему. 1, 2, 3. 3 раза. Ладно, поправьте меня, если я вдруг... Я очень редко езжу на... Здрасте. Все, пойду. Дальше. Погода теплая. Ветра нету. А, сегодня пешком, потому что... У Евгении машина на техобслуживании поехала. Поэтому сегодня пешочком. Слава Богу, погода позволяет. Так. Скорее всего, врасплох более интересно, да, если я застану, чем занимаются. Ну-ка, ну-ка, посмотрим. Привет. Здравствуйте. Че их тут много, мало? Ого, краснощекие какие. Краснощекие. Все такие красивые, все в белых кимоно, у всех уже пояса, у кого оранжевый, у кого синий. Молодцы, красавчики. Играют. Тепло здесь достаточно. Тепло. Я потихоньку поснимаю. Блин, эта глушь, она мешает. Ну ладно, я думаю, видно все. Тренер Александр Волков. Ой, боже мой.
так понимаю, тренировка проходит с элементами игры какой-то. Скорее всего, на реакцию. Я так понимаю, по крайней мере. Ой, классная игра в детстве. Помню, играли. Стоп-кали-кало, или как это называлось. Так интересно. Не стали раньше, чем... Тихо, спокойно, дети не шумят. Наверное, скорее всего, уже выработанная дисциплина у них. Возможно. Ну, я так думаю, по крайней мере. Я уже говорила, что дисциплину вырабатывать для меня это самое главное. Потому что, наверное, с другим мы справимся. А вот Даша молодежь. Такая непослушная, такая сейчас вся умная, заумная. Ну вот. Хочется, чтобы они более были дисциплинированы. Здесь, наверное, я думаю, что выработается все. Еще раз повторюсь, моя дочь занимается уже давно. Не знаю, меня слышно? Да, думаю, слышно. Ой, извиняюсь. Вот. Какие интересные. Приглашают. Напишите в комментариях, кому надо. Я могу написать номер телефона либо ссылку в Инстаграм на тренер для связи. Вообще вот хутор Екатериновский Абинского района, дом культуры в спортзале. Пожалуйста, приходите. Я не знаю насчет всей недели, но я точно знаю, вторник, четверг, суббота, это точно. Мне просто не интересуют другие, как бы так. Ульяна, моя Ульяна. Вот она уже синим поясом сегодня первый день занимается. Вот у них форма у всех. Ульян! Ульяна! Иди на секунду. Я кое-что спросить хочу. Это вот это что? Название чего? Да вот, вот это. Карате. Ну, карате и... А, да. Название секции там написано. Кто прочитает. Все, тренировка закончилась. Видите? А со скольки лет принимаете? Ну, 8. С четырех. Мы просто уже сами там девочку... Хватит, с четырех с половиной? Да. С четырех лет, правильно. Я не ошиблась, значит, когда я говорила. И не ограничено. Да. Отлично. Ну, я там, в общем, это, Александр, если что, поправите меня, может быть, под... Я вроде бы все правильно сказала, но... В общем, приглашают всех. Я сама рекомендую, потому что мой ребенок здесь занимается. Как тренер Александр Андреевич, мне очень нравится, всегда заботится о своих подопечных. Всегда можно обратиться в любую минуту, в любое время. Вот когда на тренировки дети ездят, когда ездят на соревнования, всегда поможет договориться о транспорте. В общем, обо всем. Обо всем. Я взрослый человек, он молодой. Мы находим общий язык. Мне нравится все здесь. Так что, ну, в общем,
Вот как-то так. Подумайте, родители, подумайте, вместо того, что детям лазить по улицам, сидеть с телефонами. Сегодня утром вон, я бутылки, это естественно, они, мне кажется, подростки сидели. Вот, приходите на секцию. Заниматься за здоровьем, за силой, реакцией. Все, преподаватель очень молодечек. Всем советую, все приходите. Я приглашаю. Так, ну, вечер уже. Я надеюсь, сегодняшнее видео было для вас познавательным, нужным. Кто-то воспользуется моим советом. Я очень советую. Просто я имею в виду тренера, секцию. Очень советую ходить туда, заниматься. По-моему, мне даже кажется, что приходите, тренер сначала посмотрит вашего ребенка. Он посмотрит, есть у него способности или нету. Поверьте, он увидит это сразу. Поверьте мне. Не могу я. Сегодня работу взяла домой. Сейчас надо чуть поработать. Не потому, что я не успеваю на работе. Нет. Просто почему-то в моем рабочем компьютере нет разрешения на программу, которую прислали. И ничего не получается. Я пришла домой, здесь на ноутбуке поработаю. Ноутбук нормально работает. Вот. Не могу, я так устаю. Наверное, это уже батарейки садятся. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Так, ну все, в общем, сейчас я еще кое-какие дела домашние сделаю и сяду немножко поработаю. А всем здоровья, всем хорошего настроения. В общем, всем пока, до завтра. Завтра пятница, завтра должно быть видео поинтереснее. Ну, я думаю так, по крайней мере, если ничего не случится. Потому что в этой жизни все бывает. Все, в общем, пока. Всем ставим лайк, подписываемся, рекомендуем. Здесь рассказывают о жизни хуторской. Пока!